По благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея начала свою работу вторая епархиальная школа православного молодежного актива. Ее организаторами выступили молодежный отдел Урюпинской епархии и православный молодежный клуб «Пилигрим». Участниками школы стали помощники благочинных по молодежной работе и активисты Урюпинского, Фроловского, Жирновского, Михайловского и Серафимовического благочиний. В первый день участники школы прослушали лекции по нескольким интересным для всех темам. Во второй день прошла защита социальных проектов и круглый стол по обсуждению проблем молодежного служения в благочиниях. Эти два дня были очень интересными и увлекательными. На лекциях я узнала очень многого для себя, и я думаю, что я даже выберу профессию, связанную с этой деятельностью. Многое, что можно применить, тоже проектирование можно применить же также в обычной жизни. То есть учат новому общению какому-то. Ну, это пригодится однозначно. Нужно побольше таких встреч, чтобы наш круг как-то расширялся, чтобы больше людей к нам приходило. Больше, естественно, если будет больше людей, будет больше знаний, будет больше общения, больше мы будем что-то узнавать, как-то развиваться, чтобы мы лучше общались между благочинными своими и придумали какие-то общие мероприятия, как-то все это реализовывать. После завершения работы второй епархиальной школы православного молодежного актива все ее участники отправились в свои благочиния реализовывать в жизнь полученные знания.